Энергию будут добывать из солнца. В деревне Никулкино Кандинского района открыли дизель-солнечную электростанцию. Состав оборудования подобран с учетом климатических особенностей округа. Наиболее продуктивным для такой электростанции будет период с марта по сентябрь. Для получения большего объема солнечного света в зимний период панели смонтированы под оптимальным углом наклона. Электричество, произведенное при помощи солнечных батарей, не загрязняет воздух, воду, не опасно для человека и животных. К тому же позволяют существенно снизить расходы. Объект в деревне Никулкино позволит сэкономить не менее 8 тонн дизельного топлива в год. Общая экономия по подсчетам специалистов составит 300 тысяч рублей. В Югре это первый подобный объект. Однако в будущем планируется развитие возобновляемой энергии в других отдаленных районах округа. Это, конечно же, не труд одного дня. Мы долго подбирали технические решения, проектировали. И потом согласовали этот и одобрили проект в департаменте энергетики в рамках программы энергосбережения. Впервые спроектировали станцию, на наш взгляд, наиболее оптимальную, которая должна, по нашим расчетам, окупиться в течение 5 лет и в дальнейшем как минимум на 20-30% экономить тариф для потребителей.